Николай. Прикольно. Прикольные ребята. Какой там большой? Ну ладно. А, сейчас, сейчас. Какой красивый. Не надо. А там смотри, что это. Видео снимаешь? Да. Ски павлин интересно. Распишем кусок павлин, да? Посмотреть, какой он. Так прикольно. Такой прикольный этот самый. Крик. Голос. Да. Там даже цыплята. Цыпленок один ходит, он совсем маленький. Чего такой один интересный? Ну, может, и не. Все остальные выросли, он просто самый. Ну вот, ну может быть, он там тоже вроде цыпленок, но побольше. Уже. Павлин он, конечно. Павлин шикарен. Какой большой камень красивый ты нашел. Большой, длинный, да? Павлин шикарен. Очень красивый. Вон там самочка павлина, что ли, ходит, интересно. Да. У павлина тут целый гарем получается. Да, похоже на то. Вы хотите за Серегу стоять? Ну, Серега спрашивает, но я не знаю, посмотрим. Как успею, так успею, не успею, так не успею. Гнать не будем. Ох, сошел. Его Величество сошли с жердочки, сошли со своего трона, спустились пообщаться со своими этими подданными. Посмотреть, все ли в порядке в его государстве. О-хо-хо-хо. Вот это да. Да. Давай попробуем, пока он не это самое не схлопнул, обойти его и спереди заснять. О. Вот это да. Да. Что с ним, Лечка? Хочешь ко мне на ручки? Смотри, как он красивый. Интересно. Да-да. Впечатляет. Впечатляет. Если бы лапа подскочит, если сломает. На уходной. Да? Красиво. Молодец. А здесь какие-то звуки. А там еще какие-то гуси. Давай. Ну, пойдем. То есть я снимаю, но одно другому не мешает. Mm-hmm.
Серенькие ноги. У меня там плоская такая. Что? Что мне нравится? Тот тоже шипит, по-моему. Интересно, это кто? Гуси! Нет, вот белый гуси, а вот это кто? Молодой гусенок? Разные сорта. Да. Сидит, смотрит, на одной лапе стоит. Стоял.